Так, добрый день. Вот такая заявочка поступила. Вот хозяин нарисовал, где будет розеточка у нас, если у нас телевизор будет стоять. Ну, то есть у них вот так вот, а вот здесь стоит коробка. Сейчас будем встробить. Вот так вот. Соответственно, вставлять сюда коробочку, розетник. Поскольку вот тут алюминий, так взяли алюминиевый кабель. Вот такой. Если там телевизор будет, я думаю, нам больше и не надо. Вот Одесса. 2 на 2,5 алюминий. То есть смысла брать какую-то медь, потом там ставить клеммики, если там будет просто телевизор. Ну, хорошо скрутим, все заизолируем. В общем, продолжение следует. В общем, пытаемся сейчас сверлить отверстие по подрезетнику, для подрезетника. Идет, но с трудом. Ну, бетон, что поделаешь. Главное сделать. Ну, сделаем. В общем, как-то так выходит. Короночка. А сверла нету, забыли сверло где-то посеять. Так что так насверлили. Вот, вот так вот по кругу прошел, а теперь ставил коронку и прогнал, потому что без сверла без этого нету. Выскальзывает, коронка не фиксируется. Пришлось насверлить по кругу, а потом, ну так в принципе проще. Когда насверлил, коронка все потом просто вырывает куски оставшиеся. Ну что, продолжаем дальше. Так. Что-то получилось такое. Еще моя Макита бедная захлебывается. Сейчас попробуем примерить подрезетник. Ну, в принципе, можно еще, грубо говоря, убирать вот это вот и здесь будет нормально. Сейчас посмотрим, что у меня тут. Чуть-чуть сейчас уберем. Думаю, нормально, тогда уже будем стробить. Стробить, еще раз стробить.